exist. Отлично!
Yeah. Я думал, что никогда тебя не увижу, а ты здесь, во дворе. Вот папка узнает. Узнает что? Реми, слава богу, ты жив. Папа, я так рад тебя видеть. Но что вы здесь делаете? Мы тут, между прочим, по твоей милости. Если бы не твоя идиотская выходка, мы бы до сих пор жили в доме со старушкой. А чего нам стоило найти нового нюхача? Прости, папа, но я вернулся и хочу вам помочь. Ладно, ладно, идем, у нас дел по горло. Оставил свою тихую деревенскую жизнь и оказался в Париже, где жизнь намного более, как это, менее простая. Новости. Хорошая — это то, что мы в двух шагах от ресторана Гюсто. А плохая? А плохая новость охраняет двор. Нужно найти косточку, чтобы отвлечь это чудище. Понял, уже иду.
хорошо. Только всякой еды! Thank you.
Отлично. Молодец. А еще говорят, что собатник умнее крыс. Надо обезвредить мышеловки, иначе по двору не пройти. Справишься? Хорошо. А что делать-то? Ну, это... Найди какие-нибудь палки и суй их туда. Только это... Осторожней там. Ясно. Ну, я пошел. Отлично.